командой, да, не только организованной, но и очень неплохого класса. Имели ведь с израильтянами громадные трудности. Потому что в первом матче дармовой гол на первой минуте там забили ирландцы и 90 минут отбивались. Не так просто. Вот Анри. Да, вот да, да, это гол. Вот, он, вот спал 70 минут. Это было видно, что он как переиграл. Он поставил на удар, там уже лови, все. Ничего не сделаешь. Фантастический гол. Идеально закрутив мяч, отправляет его в угол. И там, ну, такое ощущение, что идеальный вратарь не достает даже. Шейгин вратарь неплохой. И он понял, что будет. И все равно не спас. И полетел, и как вытянул дальнюю руку. И все равно не успел. Может быть, немножечко я ошибся с моментом. И среагировал как надо. Не было шансов. Блистать.